Всем привет! Сегодня покажу, как можно быстро сделать ротоскопию, или, как говорится, отделить объект от фона и не использовать сложные программы. Я заранее скачал 5 футажей разного плана, дальний, ближний, средний план, и заодно увидим, как это работает. Для начала надо зарегистрироваться на сайте, там несложная регистрация. Ссылка также будет в описании. И будете работать через браузер, я работаю через браузер Edge. Создаем видео Composition. Добавляем заранее наши заготовленные видео отрезки. Далее открываем Green Screen. Также эта работа будет зависеть от вашего интернета. Если он тормозит, тогда будет и видео тормозить. Выставляем точки на яркое, на темное. И он автоматически выделяет объект. Дальше проверяем, если все в порядке. Или вверх, или внизу нажимаем. Переходим обратно в монтажку. Увеличиваем здесь края. Мы должны добавить один. Поставить один. И края будут более такие размытые. Не будут резкие. После этого заходим в эффекты и фильтры. И выбираем Fill Color. Это будет красным цветом такая. Далее этот красный цвет мы перекрашиваем его в белый. И у нас маска готова. Теперь эту маску мы просто выводим и делаем экспорт. Так как это бесплатная версия, то нам дает возможность только в 720 выводить. Но этого нам хватает выше крыши. Потому что мы выводим только маску. Параллельно, когда она уже выводится, рендерится, как говорится, мы можем дальше делать другие. Дальше заходим в проект. Правой кнопкой удалить, добавить и так далее. Делаем то же самое, что делали до сих пор. Это в моем случае, а у вас может быть только одно видео. После завершения кодирования мы скачиваем все эти маски себе на компьютер. Также эти маски можно использовать в любой программе. Мы добавляем в Vegas Pro эти все маски. Вставляем каждый под своей. На дорожке, где у нас исходник, мы ставим Multiply Mask. Нижнюю мы делаем дочернюю. Или умножение маски, как если русский Vegas. Далее находим маск-генератор и переносим его на дорожку с масками. Также можно на каждый ивент, но мы делаем на всю дорожку. Вымираем Luminance или яркость. Также здесь можно регулировать края видны, чуть-чуть регулируется. Теперь можно сказать, наши объекты отделены от фона. Что мы делаем? Мы копируем верхний слой ниже. Добавляем еще одну дорожку, и на эту дорожку мы добавим текст. А также можно добавить все, что угодно туда. И объекты какие-нибудь 3D, оттречены заранее. Добавляю текст и делаю примитивную анимацию. Все, как видно, у нас вырезалось, все отлично, качество сохранилось, ничего не изменилось. Также добавляем статику, задний фон можно менять как угодно потом. Можно отрегулировать цвет на заднем плане. В следующем уроке я вам покажу, как можно совместить ротоскопию, 3D-объекты и трек-моушен. Все вместе создать какую-то композицию. Спасибо за просмотр, надеюсь, кому-то пригодится. Если что, задавайте вопросы. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующих уроках.